Доброго времени суток. Ну, вот так приблизительно это все происходит. Не знаю, будет слышно, будет видно. Потихоньку движемся вперед. Быстро причем движемся. Срубили все планы люди. Зачем они это сделали? Люди не любят убирать. Лишние уборки не любят. Пальмы — это всегда много листьев падающих. Передвижение на скутере, который называется Bullet. Пуля. Ну, пуля не пуля, но довольно быстро. Быстрее, чем идти. Ну, может так же, как бежать. Бежать неохота. А вот проехаться вот так вот с ветерком. Классно. Тут дорога, нужно остановиться. Так, интересно, что я собиралась. Вообще-то я собиралась в Indigiscape. Так, как туда? Еще раз попробуем. Градуса тепла и 68% влажности. Летнее, все еще летнее, теплое утро. Но не жаркое, не жаркий день сегодня. Может, где-то 28 градусов будет. Это топ. Такой прогноз.
прохладно. Булит так булит. Такая пуля шальная, в общем-то, у меня. Непонятно, куда едет, трудно контролируемая пока что. Выглядит кот. Непроезжий переулок. Просто поворачиваешь обратно. Можно сказать, живописный. Налетай, не скупись, покупай живопись. Хотелось бы скорее, конечно, чтобы он двигался. Ну вот, 20 километров в час. И на том спасибо. Может, даже и меньше. Не уверена, что 20. Ой, что-то он в горку все медленнее и медленнее. И вообще-то дело в том, что катаюсь уже третий день на нем. Немного, но вот сейчас я вижу, что он в гору карабкается медленнее. Все, надо поставить на зарядку. Ну ничего, тоже хорошо. Показывает еще половину зарядки. Так, есть. Машина нет. Машины. Машина есть. Так, разворачиваемся и вперед. Очень широкие дороги для велосипедов. Вот, вот какая широкая. Она занимает пол дороги. Свободно можно вести любой другой движущийся транспорт. Скутер, велосипед, пол дороги твои. Потому что движение одностороннее. Так, но все равно поедем обратно. Сейчас мне туда не надо просто. Потому что это проезжая часть. Сейчас мы переедем на другую сторону. Просто и очень просто. Так.
вот для велосипедов, для таких вот скутеристов, как я. Автобусная остановка. Все есть. Все есть, все есть. Так. О, так, чуть не проехали. Ну-ка, стоп. Здесь мне нужно повернуть. Я еще не такой крутой поворотчик, поэтому лучше остановиться и ехать теперь прямо. Тут моя любимая улочка, переулочек. Тут можно и погнать. Погнали. Собачки тут красивые живут, я знаю. На обе стороны. Это все люди живут. Наши соседи, можно сказать, соседние улицы. Красотища. Конечно, гораздо быстрее, чем пешком, но не так впечатляюще рассматриваются окружающие виды. Вот. Вот что. Больше как-то сосредоточен на дороге. Ну, так же, как машину вести. Не посмотришь, не поглазеешь, особенно по сторонам. Маленькая остановочка. Попить водички. И погнали опять. Слабеет мой скутер. За 3 дня, конечно, уже должен был ослабнуть. Я еще не очень хорошо его и изучила, но там есть какой-то бустер. Можно его включить, и тогда он будет работать еще сильнее. Но как-то я не уверена пока что. И так хорошо. Так, ладно, поехали. В гору. В гору тяжело ему. Вот. А по ровной дороге нормально. Но у нас тут много гор, дело в том, что холмов.
вот опять крутой холм. Не знаю, надо, наверное, искать этот бустер. Так, а ну-ка. Ой-ой. Все? Разрядился, друг, что ли? Всем добра и света. Пока-пока.